Привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Технобар Плюс. Сегодня у нас кратенькое видео по поводу свежего обновления, которое пришло на мои наушники от компании Honor. Входим в приложение. Наушники должны быть у вас подключены. Earbuds X3 Lite – это модель наушников. И, соответственно, ваш смартфон должен быть с этим приложением подключен к интернету. Входим в раздел обновления. И что же мы видим здесь, друзья? Во-первых, здесь у нас есть наши наушники на текущей версии. Текущая версия, которая весила 411 килобайт, 6.0.0.34. Теперь же можно установить свежую версию. Это обновление улучшит стабильность работы Bluetooth на вашем устройстве. Повышена работа, стабильность Bluetooth соединения. Напомню, что здесь протокол Bluetooth версия 5.3. Самое, что ни на есть, фенечка последняя. То есть 5.4 еще нет, но 5.3 версия — это уже круто. То есть тут без вопросов. Наушники очень быстро подключаться будут, это однозначно. Это несравнимо с наушниками от компании Nothing, модель Ear 1, напомню, который у меня уже долгое время. Будет обязательное сравнение с данными наушниками. Ну, посмотрим, что покажут нам эти наушники. Пока предварительно только позитивные о них отзывы у меня, друзья. Давайте загрузим. Тут, кстати, предостережение. Перед обновлением наушника убедитесь, что уровень заряда аккумулятора не менее 20%. Не отключайте наушники и не используйте их во время обновления. Вот как-то так, друзья. Сейчас мы их будем обновлять. И если, кстати, кейс, да, кейс необходимо, чтобы был открыт. Ну, допустим, мы их использовать, конечно, не будем, но кейс должен быть открыт. Вот таким образом я рекомендую, чтобы кейс был открыт. Возможно, на что-то даже облокотить придется эти наушники, поскольку все-таки, чтобы они нормально у нас обновились. Вот примерно таким образом, чтобы кейс был открыт. Устанавливаем эту версию. Если будут какие-то кардинальные серьезные изменения, друзья, или же свежая версия, после этого еще одна придет для загрузки. Естественно, видео я продолжу. Пока, предварительно, друзья, я этими наушниками очень доволен.